Так, здравствуйте, дорогие друзья, получили посылку, принтер парт. И мы все еще прибавили площадки с роликами за зарплату на 11.60. Так, тормозная площадка. Ролик захватом. Так. Заказывал комплектом всего одного продавца. Давайте посмотрим, вообще посмотрим и пересчитаем, сколько из еще пришло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Значит, соответственно, тормозных площадок тоже должно быть 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять. Ну, короче, не обманул продавец, прислал вот такие ролики захвата и тормозные площадки, как бы заявлено, что может быть даже оригинал. Ладно, посмотрим. По моему там ролик должен по-другому выглядеть. Ну, 11.60 наявлено. Тормозная площадка сама. Тормозная площадка. Давайте распакуем, сразу тоже меняем тормозную площадку. Так, корзиночка. Пружинки. То есть я просто поставил, никаких проблем не знаю. Все. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях, ссылка будет в описании. Все, всем пока.